давай пожаловать на матч чемпионата России по хоккею среди женских команд сезона 2015-16 годов. Хоккейный клуб «Арктик Университет», город Ухта, принимает команду, сборную команду Свердловской области. Представляем составы играющих команд. Команда гостей, сборная команда Свердловской области, играет в бело-синем цвете с ветеров. Номер 70 Юлия Сергеева. Номер 97 Анна Виноградова. Номер 8 Регина Юмагужина. Номер 9 Виктория Нестерова. Номер 10 Анастасия Мишпанова. Номер 11 Елизавета Тюнтина. Номер 17 Алиса Гизалетдинова. Номер 19 Екатерина Стародумова. Номер 22 Александра Новожилова. Номер 24 Александра Латищикова. Номер 28 капитан команды Светлана Дементьева. Номер 29 Лидия Катаулина. Номер 33 Алена Юркович. Номер 94 Светлана Михайлова. Номер 66 Ольга Петухова. Номер 71 Екатерина Прозорова. Номер 75 Ксения Байбакова. Номер 89 Оксана Афонина. Номер 90 Карина Овчаренко. Главный тренер команды Андрей Геннадьевич Анисимов. Врач команды Сергей Витальевич Дацун. Команда «Хозяин» «Арктик Университет» играет в зеленом цвете с ветеров. Номер 18 Алена Кропочева. Номер 19 Анна Пушкова. Номер 3 Ирина Кузнецова. Номер 7 Кристина Варлакова. Номер 8 Ильяна Ганеева, капитан команды. Номер 11 Диляна Салахутдинова. Номер 13 Карина Верховцева. Номер 15 Таисия Коншина. Номер 17 Фануза Кадирова. Номер 22 Мария Марочкина. Номер 28 Алсу Рахимова. Номер 34 Татьяна Левушина. Номер 35 Арина Муха. Номер 45 Лиса Исхакова. Номер 48 Юлия Смирнова. Номер 61 Виктория Игнатьева. Номер 77 Наталья Талтыкина. Номер 88 Александра Нелиева. Номер 92 Мария Кузнецова. Номер 99 Диана Жалимова. Главный тренер команды Сергей Николаевич Столпун. Старший тренер Андрей Александрович Айлин. Врачи команды Леонид Павлович Выговский, Александр Александрович Середа.
Команда приглашается на лед. Чемпионата России по хоккею среди женских команд объявляется открытым. Звучит гимн Российской Федерации.
За неправильную атаку соперника Ману Штарова наказана Карина Верховцева, номер 13 команда Арктик университет. Thank you.
Thank you.
Ольга Петухова, номер 66, сборная команда Свердловской области. Thank you.
передачи Оксаны Афониной номер 89, Шайбу забросила Екатерина Скородумова.
Thank you.
очковым штрафом наказана Ольга Петухова, номер 66, команда Свердловской области. Команда университета
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Освет.